Приветствую, друзья, с вами канал CryptoLords, и это заключительное видео обзора проекта Omnity. Итак, как вы можете видеть на ваших экранах, во-первых, на что хочу обратить внимание перед тем, как подведем некоторые выводы. Это вы можете прочитать white paper и некоторые другие технические документы. Также можете попробовать бета-версию Omnity Live. Все, что нужно, это зарегистрироваться. Также белая бумага, техническая документация на 42 страницах, очень красиво сделана по дизайну и очень подробная. Обязательно к ознакомлению в случае, если вы хотите инвестировать в проект или просто заинтересованы о том, как работает система. Что ж, поговорим об юриспруденции. Специалисты по прецедентному праву получают возможность в сжатые сроки обнаружить завуалированные шаблоны во внешне не связанных документах по заданному запросу. Инвестиции. Эксперты в этой области при помощи данной системы легко вычисляют привлекательные инвестиционные проекты. Она помогает быстро и качественно проводить анализ огромного количества документов в режиме онлайн, позволяя решать достаточно объемный круг задач. Пропаганда. Благодаря анализу взаимосвязи соответственных документов из различных областей образования, лоббирования, общей осведомленности и так далее, эксперты данной сферы также быстро находят существующие взаимосвязи среди большого количества документов, что дает им возможность быстро и продуктивно выстраивать линии по разрешению тех или иных задач, стоящих перед заказчиком. Итак, также вы можете, хочу довести до вашего сведения, что софткап проекта уже собран, и проект стремится к хардкапу. $9 миллионов уже было инвестировано в проект. Хардкап является $50 миллионов, и, к сожалению, сейчас нельзя посмотреть, как идут сборы, но вполне вероятно, все будет хорошо. Итак, одна стоимость токена будет фиксирована на 75 центах долларов США. Это американцы, как вы понимаете, и вся работа идет по американскому законодательству. Следовательно, и инвесторы у них более серьезные, чем в обычных европейских проектах. Что ж, друзья, на этом я заканчиваю серию обзоров проекта Omnity. Все ссылки будут в описании, если вы захотите поподробнее познакомиться с проектом. Я жду вас в новых видео. Надеюсь, вам было интересно. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч.